Программа переселения граждан из аварийного жилого фонда началась еще в 2014 году. За это время в новые благоустроенные квартиры переехали жители 49 аварийных домов. Дом Ольги Смоленцовой по улице Любови Шевцовой был признан непригодным для жилья еще 2 года назад. Однако решение о переселении людей было принято лишь в этом году после рокового оползня у президентского моста, когда расстояние от дома до обрыва составляло всего несколько метров. Новый дом для жильцов по улице Ипподромной уже готов принять новоселов. Уже готовы переселяться? Уже готовы. Уже только ждем, когда дадут все-таки ключи и скажут «переезжайте». Семья Ольги получит трехкомнатную квартиру с полной отделкой и сантехникой. А вот здесь можно было бы сделать детскую, самую хорошую для детской. На финансирование программы переселения граждан в следующем году будет выделено 115 миллионов рублей. В областной бюджет эти средства уже заложены. Программа позволяет в первую очередь помочь строительным компаниям улучшить свои продажи, тем самым стимулируется рост, и сами наши организации получают дополнительную возможность увеличивать свои строительные мощности и в это нелегкое время продолжать развиваться. Данная сумма позволит обеспечить 627 человек комфортным, а главное, новым жильем. Дарья Сударева, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.